что приехали на Бэдвотер. Пойдем смотреть поближе. О, Бэдвотер бассейн. Надо сфоткаться с табличкой. Смотрите, что это за Бэдвотер бассейн. Это самая нижняя точка на Земле, ниже уровня моря находится, которая в Северной Америке. Вот. И здесь соленое озеро, которое летом пересыхает. И должно выглядеть как-то так. Вот такие штуки мы сейчас пойдем искать и творить шедевры. И здесь холодно. Мы посмотрели по специальной программе, где будет солнце. В общем, состроили сложный график с горой. И солнце вот сюда дойдет где-то в 8:30 утра. Вот, пока что оно вон там, где все засвечено. А сзади меня большая гора. Что там пролетело? Ворона. Выглядит как лед. Интересно, скользко. Не, не скользко. Соль. Сегодня третий день в Death Valley, и мы уже зачекаутились из отеля. Сегодня в планах поездить рядом с городком, вот где мы останавливались, в Furnace Creek. Здесь все рядом. У нас на джипе остался очень маленький лимит. Мы сегодня его вечером сдаем в аренду. Примус нас стоит на парковке отеля, ждет нас уже с вещами. Вот, так что мы тут поездим, и на последнюю точку, это Дантес-Вью, мы уже поедем на примусе, потому что ехать в гору, бензина, джип сожрет до хрена, и еще возвращаться обратно, нам все равно в ту сторону ехать, потом в Вегас. Вот, поэтому мы решили, что лучше мы на примусе, эффективнее будет и дешевле. Муж мой что-то застрял на парковке, разговаривает с фотографом, который отсюда уходил, как только мы приехали, уже там со штативом. Вот, что-то не идет. Наверное, секреты узнает, как сотворить тот шедевр. Может, сейчас что полезное узнает. Видите вот эту табличечку, вот точечку? Это уровень моря. Дошли до плохой воды, до текстурок. Перецепила ширик. Сейчас будем творить. Может, что-то получится. Фотограф сказал, что самый классный свет был в 6:30 утра, вот. А сейчас как-то, в общем, если ловить, то без света надо. Ну вон пимпочку откали какую-нибудь. Вон пимпочку. Точно. Вот тут. Да. Вот да. Подожди. Так, соль. Да, соль. Наверное. Может быть, кокаин. Соль. Я думаю, после этого. Ну, лоси живут, вроде. Берем с собой. We built our castles in the clouds. А теперь можно позавтракать. С видом на Бэдвотер. Так, следующая точка — это Natural Bridge. Здесь небольшой хайк, 1,5 мили. Отправляемся. Халявный хайк. До Natural Bridge 0,3 мили топать, а до Dry Waterfall
где-то, наверное, около мили. Блин, что ко мне мухи пристают? Почти дошли. Та-дам! We aren't coming down, sailing on airships in the wind, not thinking... Это и есть Grey Waterfall? Ну, это один из... Ну, тот, наверное, больше, который в конце. Высушенный водопад. Так, следующая остановка Devil's Golf Course. Можно сломать костюм, если упадешь. Ого. Еще под нагреванием вот эти соляные глыбы, они трещат. О, еще туристы подъехали. И такой металлический скрежет. Я вставлю фрагмент, может быть, будет слышно. Следующая остановка – палитра художника. Take my hand, take my hand. Так, непонятно. Здесь какая-то парковка, остановка. Это палитра художника? Или мы еще не доехали? А еще становится очень жарко. Ну, как жарко? Здесь максимум сейчас вот эти дни держится где-то 30 градусов. А утром прохладно. Я вот укутываюсь. А теперь футболки. Итак, позади меня палитра художника. Конечно, на закате свет, наверное, цвет ее будет намного круче, а не в полдень. Конечно, к самому крутому виду сделана парковка, табличка, туалет. И вот. Та-дам! Далее мы поехали в Эхо Каньон. Это место нам посоветовал мальчик из аренды джипов, сказав, что там прекрасный вид. Когда мы не увидели указателя с главной дороги, мы заподозрили что-то неладное, но все равно поехали дальше. Указатель увидели, но очень маленький. Дорога была ужасной, самой ужасной в долине смерти за эти 3 дня. На видео я не сняла момент, где мы объезжали здоровенные камни, джип сильно наклонялся почти просто горизонтально. Мне было очень страшно, я думала, мы перевернемся там. Так что прости за потрепанный вид, я думала только о том, чтобы поскорее выбраться оттуда без происшествий. Ну что, доехали мы до конца этой дороги ужасной. И здесь нашли шахты. На гугле их вообще нету. Дорога капец, просто капец. Это вот здесь ровненько, здесь очень ровненько. Так, подошли поближе. Сейчас тут совсем не всякое. Какой-то хлам, сарай, там какой-то домик, и я туда не пойду. В общем, какое-то жуткое место. Мне тут не понравилось ни дорога, ни конечная точка. Странно, я еще боюсь, что здесь слишком дикая местность, и может быть змеи, скорпионы, всякая херня такая. Ну и что там? Может быть, баня. Может, склад? Спали тут. Thank you.
нашли мрамор. Консервные банки нашли. Очень много консервных банок. Доехали до конца дороги. Там дальше, видимо, хайк. Сейчас пойдем узнаем, что там. В поисках офигенного вида. Ну, может быть, за той горой будет точно хороший вид, который нам обещал чувак, который сдавал джип в аренду. На данный момент нашли только следы кихашки барана, так что здесь где-то бродит горный баран. Все, нашли beautiful view на обратном пути. Вон там, сейчас покажу. С той стороны тоже видно, почему не видели? Я не знаю, они видели с той стороны почему-то. Приехали на Dante's View. Офигенный вид на долину смерти. Сейчас хайкем до пика. Да. И оттуда сейчас откроется вид еще более потрясающий. На этом наше путешествие по долине смерти подошло к концу, но это совсем не конец этой поездки, дальше мы двинули в Вегас. Поэтому не забудьте подписаться на канал, если не подписаны, чтобы не пропустить новые ролики. И спасибо всем, кто посмотрел и подписался. До новых встреч!